Вкуснейшие варенье, настоящий донбайский мед, душистый травяной чай. Все это и не только представила Карачаево-Черкесия на гастрофестивале «Вкусы России», участники которой смогли попробовать не только ароматные варенья, мед и чай, но и отведали традиционные хачины с домашним сыром, которые приготовили для них прямо на площадке фудкорта. На любой вкус была и культурная программа, кулинарные и творческие мастер-классы, яркие выступления артистов, многонациональная, колоритная, насыщенная концертная программа.